Ко дню женственности отдел просвещения при муфтияте республики организовал праздничный вечер для представительниц прекрасного пола. Мероприятие прошло на Родопском бульваре. Для посетителей была организована насыщенная программа. Так желающие могли взглянуть на себя в платке. Были подготовлены мастер-классы по нанесению узоров хной, а также проводилась викторина для присутствующих на знании исламских наук. Кроме того, между розыгрышами подарков исполнялись нашиды на разных языках. Я как пришла, вот такие ребята, когда поют, я чуть-чуть уже заплакала. Эмоция переливается, хорошо все. И спасибо, кто это организовал. Это люди, которые, в общем, можно сказать, дома хозяйки большинства, которые детьми, которые некуда идти. Спасибо, что им дали такую возможность. Мы из покон веков мы знаем, что именно подчеркивало женственность женщин. Мы как раз таки этим мероприятием хотели показать, в том числе нашим многочисленным туристам, которые приезжают к нам в республику, о нашей культуре, о наших традициях, о том, как одевались наши женщины. И вот именно на это направлено наше сегодняшнее мероприятие.